Депутаты Сената парламента приехали в Жанаузен с рабочей поездкой. Вместе с депутатами Магистауского областного маслихата и Жанаузенского городского маслихата они ознакомились с деятельностью КАЗГПЗ, текущими условиями работы. Также им предоставили информацию об объемах выпускаемой продукции, обсудили проект строительства нового завода. Проект должен был стартовать еще в наш прошлый приезд. Однако из-за заминок с технико-экономическим обоснованием процесс затянулся. Но сейчас строители нас заверили, что завершат начатые работы в 2027 году. После этого сенаторы отправились в Кендерли, чтобы проконтролировать строительство опреснительной установки в местности Токмак на побережье Каспийского моря. Также они встретились с представителями подрядчика строительства водовода между заводом и городом Жанаузен. Протяженность водовода составляет 101 километр, диаметр труб 600 миллиметров. Средства в размере 120 миллиардов тенге, необходимые для строительства водоопреснительной установки, полностью выделены. Заказчик АО «Казмунайгаз». В настоящее время на начальном этапе строительства работают 4 подрядчика. Помимо водоопреснительной установки возводится фундамент лаборатории, офиса общежития работников пожарной части. Насосная станция, у нас здесь институт электрический насосный берег, у нас здесь аргалем бизнес деньги жеткізеді. Одан кейін мына жасыл линия бұл волстың линиясы. Біз мына немен электр желісімен қатар жүреді де, мына жерден барып батыс станциядан мына деграмонға дейін қаланың ішімен барып қосылады. Одан кейін жаңа біз басында көрген мына жолымыз мына неге барып қосылады, Түркменияға баратын Жетібай өзен Түркмения жолына. Одан кейін жаңағы 39.7 километр газопроводымыз онда көрген. Для обеспечения строящихся объектов электроэнергии прокладывается высоковольтная линия электропередач мощностью 110 кВт. Общая ее протяженность составляет 83 км. Планируются две подстанции. Одна будет установлена возле завода, другая на насосной станции. Также 40-километровая грунтовая дорога для рабочих.